На улице Козлова работа кипит с самого утра. Сгребают листья, собирают сухие ветки, вывозят природный мусор. Все это силами и руками работников третьего рудоуправления. Сегодня два десятка сотрудников горнодобывающего предприятия сменили привычные обязанности и взяли в руки грабли, чтобы сделать родной город чище. Осенью у нас так называемый субботник проводится. Мы убираем постоянно свой участок вот по улице Козлова. С одной стороны и вторую сторону. Вот отправляют нас в командировку. Сделали, проверили. Красавцы, молодцы. Даже сам вызываюсь на это мероприятие. Я его считаю творческой работой. Дмитрий Лошук на предприятии работает 25 лет. И все это время в организации и проведении субботников принимает непосредственное участие. На вопрос «Зачем?» отвечает без промедления. Своими стараниями показывает другим жителям. Внести свой вклад в благоустройство города – дело несложное. Говорят, ярмарка будет. Для того, чтобы было приехать людям красивее было. Мы собираем листья, загружаем. На трактор отвозят дубеи. Работа простая. Тут ничего сложного такого нету. Сейчас в Солигорске от опавших листьев улицы очищаются одна за другой. На выделенных территориях, кроме Беларусь-Калия, порядок наводят и другие предприятия. Строй-Трест номер 3, Промтехмонтаж, СМУ-200, Калинка и Купаленко, Солигорский водоканал, Трест, шахта Спецстрой. Видимо, результат сплоченной работы коллективов смогут оценить все жители города.